Дорогие товарищи и друзья, в эти дни мы все переживаем тяжелое горе, кончину Иосифа Виссарионовича Сталина, утрату великого вождя и вместе с тем близкого, родного, бесконечно дорогого человека. И мы, его старые и близкие друзья, и миллионы и миллионы советских людей, как и трудящиеся во всех странах, во всем мире, прощаются сегодня с товарищем Сталиным, которого мы все так любили и который всегда будет жить в наших сердцах. Наша партия, следуя заветам великого Сталина, дает нам ясное направление дальнейшей борьбы за великое дело построения коммунизма в нашей стране. Мы должны еще теснее, еще крепче сплотиться вокруг Центрального комитета нашей партии, вокруг советского правительства. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в наших сердцах, в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества. Слава о его великих делах на пользу и счастье нашего народа и трудящихся всего мира будет жить в веках. Да здравствует великое всепобеждающее учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина! Да здравствует наша могучая социалистическая Родина, наш героический советский народ! Да здравствует великая коммунистическая партия Советского Союза!